Здравствуйте, рыболовы! Привет, рыболовы! Давно мы с вами не виделись в рамках проекта «Подводный мир». И поэтому спешим сообщить, что по вашим многочисленным просьбам мы скоро приступаем к съемкам второго сезона, в котором перед объективами наших подводных камер наверняка произойдет что-нибудь интересное. Итак, в преддверии съемок сообщаем вам о том, что скоро в группе телеканала «Охотник и рыболов» будет пару конкурсов. И, кстати, у нас есть пару вопросов к вам. Первый. Стоит ли нам проводить стрим в группе телеканала «Охотник и рыболов»? И второй вопрос. Поведение каких видов рыб вам больше всего хотелось бы увидеть? Ждем ваших ответов и комментариев под этим постом. И до встречи на телеканале «Охотник и рыболов».Программа физически очень сложная, поэтому, чтобы оставаться в хорошей форме, нужно постоянно двигаться, бегать, тренироваться, что мы с успехом и делаем.